Дети Ночи, вы на канале Vampire Blog, и сегодня мы с тобой продолжаем играть Resident Evil 8. Да, предыдущий раз мы с тобой походили немножечко по деревне, попугала она нас знатно, и сейчас мы будем продолжать, так как мы узнали, что наша дочка по кусочкам разложена у куклы, у фрика и у какого-то монстра, да, еще у нас Леди Миранда ждет. В общем, в любом случае, игра очень-очень масштабная, и это, конечно, замечательно. Так что смотри, как интересно, да, посмотрим. Мы с тобой должны забрать призы. Да, призы, вот нам призы здесь лежат. Мы сейчас их возьмем и заберем, пошли. Ключи у нас есть все для этого. Так, да, вот здесь, водяное колесо оружия. Да, я думаю, сможем открыть сейчас. Ты откроешь мне, пожалуйста. Я же все-таки уже сырой парень. Ну ладно. Сыровому парню не дали открыть. Ладушки. Соберем все призы. Так. Хорошо. А как я тут залезала-то? Я уже забыл. Куры. Это дом с трубой. Нам он не интересен. Мы отсюда уходим. Подожди, а домкратиком я могу? Нет, не могу уже пролезть. Все нормально. Еще был странный фрик. Ну-ка, тут есть какие-то призы? Найдем. Угу. Найдем призы в любом случае. Так. Надо бы пролезть опять. Пролезь, пожалуйста, еще. Угу. Так, тут все хорошо. Вот, вот здесь, да? Тут я была. В какой-то дом-то я не зашла. Тут я была. Да-да, вот здесь где-то. Я хочу приз получить. Да, вот здесь мне не было. Вот, здесь приз. Сейчас заберем. Открой. Угу. Стульчик красный. Так, сейчас денежка. Где? 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 Он тут. Коник. Ой, козлик. Блин, он так... Непонятно. Все. Ладно, я думаю, все вернемся. Дамы и господа, поскольку я скрипичного мастера давно нет, я храню ключи от его дома у себя. Если он вам нужен, обращайтесь. С уважением, Иосиф Симон, садовник Беневианта. Интересно. Садовник Беневианта. Ой, как плохо. Хорошо. Если так, то будем знать. Слушай, как здорово, да. Не все так просто, говорит нам. И что месяц? А это приз, да? Медалина туловище, сочетаемое. Ну, голову я найду, медалинину, и буду продавать. А по отдельности медалина, наверное, так дорого не будет стоить. Да, то есть это я закрыта. Коллекция маэстро. Хорошо. Че, тогда пойдем сразу к самой злой?
кукле. Давай, как, знаешь, отделаемся. Да, кукла, она вот тут. Сокровище Беневианта. Да. Сейчас мы к ней пойдем, да. Реликвия Луизы. Мне бы к Луизе как-то попасть. А, я могу там выйти. Да, вот такой вот расклад событий. Или что мне? Опять туда лезть? Ну ладно. Просто не хочу опять на крышу. А, подожди. Пацаны, спокойно. Не хочу опять лезть. Так, это водяное колесо оружия. Я не могу к нему попасть. Или могу. На любом случае. Ключ. Так, ключ с четырьмя крыльями. Эмбрион. Плюс еще могу вот так вот теперь сделать. Смотри, как интересно. Колесо для этого. От колодца. Крутись. Да, колодец. Отлично. Я забрала же? Конечно, забрала. Такой дар. Никому не отдам. Так, девы войны. Отмычка. Отмычка есть? Отмычка есть. Сейчас пойдем, значит, дом. Беневианта. Вот я хочу туда, да. Что там за беневианты такое? Найдем проблем. На свою голову. Вот тут отмечка, да? Угу, хорошо. Открывай. Угу. Патроны для дробовика. Отлично. Так. Коллекция маэстро, не заберем колодец, зверь, мастерская, вот Луизик бы как-нибудь попасть. Я не помню, как я к ней попадала туда же. Я не помню, я забыл. Тут закрыто. Вообще забыл. А! Все нормально. Так, а тут я и была? Тут я тоже была. Тут нет никаких призов. Нету. Все, вспомнила. Сейчас к Луизе сходим за призом. Тут эти чувачки, ничего страшного. Резкий-то? Ты чё какой резкий? Ты чё какой резкий? Ты чё какой резкий? Ты чё? Ты чё какой резкий? Чё, твою мать? Мёртв? Отдай. Жесть. Резкий. Резкий. Детюшка. Хряк. А чё ты не убиваешь-то? А чё он не убивается? Он должен убиваться? Подожди, на карте мне написано. А-а-а. Прости. Прости. Я думала, его можно убить. Типа мясо. Нормально, не переживай. Ой, да хватит, а.
Я на тебя патроны потратила. Да я не трогаю тебя больше. Я же не знала, что ты скриптовый. Бегаешь тут по своим делам. О, хорошо. Ожерелье Луиз. Это тот приз, да? Ой, как хорошо. Фугасные снаряды. У меня вообще место-то есть? Мясо, рыба. Значит, вот. Снаряд поражающей цели большой области. И что мне с ним делать? Изучить, для чего он? Гранатомет. Значит, надо... Знаешь ли, значит, надо покупать нам с тобой место побольше. Раз гранатомет нам... Запас для гранатомета нам дают. Это хороший знак. Сейчас мы подожди. Так, это дверь закрыть. А как мне туда? Я хочу туда пройти. Все сгорело. Либо как-то обойти. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем обойти. Слушай, поросят, встань, пожалуйста. Я... Ну, залезай. Так. Нет. Не про... Не пролезу. Не, не пролезу. Не пролезу. Так, хорошо. Так, тут порося, который боится. Ну, ему есть что бояться, я, знаешь ли, на всю голову. Во. Ага. Что мы имеем? Ничего. Значит, что? Где? Вообще не видно их. Мне бы еще туда, там же можно что-то взять. Там не все изучила я, говорят. А я не могу туда залезть. Как будто оно, знаешь, в подвале как будто где-то. Залезть не могу. Порося тоже особо ничего не дает. Да, мне кажется, ничего страшного. Ну, подумаешь, что-то не взяла. Да и хрен с ним. Да и хрен с ним. Даже, говорю, у порося ничего такого нет. Да. Я порося смущаю. Надо убежать. А, вот дорожка. Как человек побежим, а не как это. А, ну как человек не получается. Где? Где? Где взять-то? Не вижу. А, вот. Перелезай. Ничего нет, чисто просто так. Тут тоже просто так. Залезай. Тут даже ничего нет, даже зайти нельзя, ничего. Так, и тут закрыто. Хорошо, все, буду знать, через церковь к Луизе бегать, если что. Но мне уже больше туда не надо. Коллекция маэстро. Водяное колесо оружия. Старый город Восток. Точка сохранения. Ключ с шестикрылым эмбрионом. А у меня какие ключи? У меня ключ с четырьмя крыльями. Крыльями. Четыре крыла. И куда я могу побежать? С четырьмя крыльями. Вот сюда могу побежать. Я не знаю, где это. Куда это мы побежим? Аж тут шестикрылый эмбрион. Да. Значит, да, побежали. Успеем, успеем все собрать. Никуда оно не убежит, мне кажется. Что, движ? Вон, это движ. Движ всегда хорошо. Угу, дай мы отдадим ему немножечко. Здравствуйте, можно вам отдать? Здрасте. Здрасте. А, но у меня есть вы. Ищите качественные ингредиенты и приносите. Да! Я уже много чего наловила. А готовка как? И что, и как? Как правильно готовить? О, фига.
А можно я продам тебе свой пистолет? Клинок самурая. А, подожди. Я могу установить любые модификации на оружие. Держи. За очень скромную мзду. Держи. А-а-а. Отличный кристальный череп. Держи. Ну вот скажите, зачем мне? Как это? Это отличный кристальный череп. У тебя много отличных кристальных черепов? А мы что, да. Должно хватить. У меня есть рыба и мясо. А, вот, подожди. Лекарства, патроны, оружие. Во, смотри, у меня есть пистолет. Значит, Лэмми, это пистолет. Вот этот я кошелек. М, это тоже пистолет. Пистолет. Дробовик, винтовка. Все. Надо что-то продать. У меня урон 720. 720 даже? А. Отстань. Да, я знаю. 150 плюс 30. Значит, мне можно продать вот это. Да, можно. Продай, пожалуйста. Да. Угу. У меня есть пистолет. По мне так. Вот. Отлично. У меня есть пистолет. Да. На сделка. Во. Да. Да. Теперь я хочу немножечко. А можно? А, ну да, да. А, вот, кухня. Есть мясо приготовить. Нифига. Вау, ты понял, уже. Сармали де песто. Да. Не хватает. Мясо птицы. У меня есть две рыбы. Птицы нет. Прикинь. Не хватает ни на что. Мясо. Ладно. Я... Нет задачи важнее, чем добыча товара. Нет ничего важнее. Подожди. Да, я могу. Позвольте мне. Припасы. Я думаю, мне нужен дополнительный груз, потому что я сейчас пойду искать... Интересный выбор. Угу. Это мне не нужно. Самодельная бомба я уже взяла. Ну, 170, это хороший, да. Это очень замечательно. Все это инвестиции. До новых встреч. До новых. Сейчас сохранюсь, и мы пойдем открывать. Открывать. Ну, прикольно, да, знаешь, и можно искать. Так, это крылатый. Все правильно, да. Пошли. Узнаем, что тут. Сколько тут? 7, отлично. И куда меня тянет? Куда меня нелегкая? А я правильно? Да. Скелет. Куда меня нелегкая приведет? Ой, как хорошо. Наверное... Ура! Беневианта! Мы идем к этой кукле стрёмной. Отлично. А ты упадешь? Нет. Не, показалось. Я думала, это опять козел. Или козел. Да-да-да, все, отлично. Кукла. Кукла, это очень хорошо. Тут ничего нет. Коляски. Значит, куклой можно стать ее, хорошо. О-о-о, кайф. Нормально. Бежим. Все. Провалилась, ну и бокс. Так. И там.
Что? Мия? Итан, подойди ко мне. Мне нужно кое-что сказать. Мия? Что происходит? Скорее всего, это вот кукла. Ой, атмосферно-то как у... Роза стала другой. Какой? Итан, ты должен помочь. Это невозможно. Вы с Розой меня бросили. Я не хочу быть одной. Быть того не может. Глюны. Интересные глюны. Я Беневенто. 87-96. Я с ума схожу. И как? Я даже подойти к ней не могу. Прикольно. А как правильно? А вот, отдай свои воспоминания. А, да, сейчас отдам. Держи. На, открывайся. Спасибо. Что происходит? Интересный расклад событий. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, спокойно. Come with me, Ethan. Нет, не пойду с тобой я. Ни в коем случае. С тобой идти мне никуда не надо. Мне бы свою дочку кусочков собрать. Чё так долго? Угу. Сохранение пошло, но я это спокойно. Я даже... О-о-о. Что это за дом? Восковых фигур. Ой, как страшно. Спокойно. Надо будет потом рыбку половить. Рыбку половить, мяско нажарить. И где? Дом Беневи... Дом Беневиенто. Беневиенто. А я готова туда идти? Скажите мне. Верно, нет. Ладно. Дай поспоминай. О. Посмотрим, вдруг что-нибудь интересное есть. Нету ничего. Это кукла. Она, мне кажется, кукла-то. Я же могу куклу делать одной левой? Да могу. Ой. Могу, конечно. Открывай. Это называется налоха. На лоха я не иду. Или идти. Что это такое? Куколка! Давай выходи. Не...
Не травмируй меня. У меня пистолет. А ты бестолковая. Ага, фуе. Да, закрытым, хорошо. Ну, там еще прям президент Владим. Тут не пройдешь. О, ты смотри. А! Труп невесты. Че, пойдем тогда сначала сюда? Или наверх пойдем? Давай сначала первый этаж. Труп невесты. Дом Бенивенито. 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 А что и что? И как? И что сделать? Непонятно. Мы сейчас туда пойдем. Мы сейчас везде пойдем. Ой, какая красота. Может, надо было наверх сначала идти. Так стрёмно-то. Стрёмно-то как? Где я хоть? Ой, нормально все твои. Надо наверх пойдем сейчас. Это лифт. Откройся, пожалуйста. Это фойе. Я могу. Я хочу обратно в фойе. Блин, или пойдем сначала наверх? Все-таки наверху там мы не были. Спокойно. Давайте я тут это... Я тут бегаю немножко, мне, знаете ли, некомфортно немножечко. Пойдем посмотрим, что туда мы ходили. Там закрыто. Давай посмотрим на труп невесты. Вот эта кукла Бенивенито, а это какой-то мужчина или женщина. Это. Непонятно вообще, кто это. Бенивенито. Вот вообще есть кто-нибудь? Ой, это прям, знаешь, как... Это как прям фильм «Заклятие». Тут сейчас кукла окажется. Влезай. Ну. Чё, не сидит? Стрёмный дом. Да, значит, идем туда. Труп невесты, он где-то ходит. Ну реально, труп невесты. Это девушка. Это девушка. Похоже вообще на Джилл Валентайн чуть-чуть. Да я шучу, но... Может, самая малость. Так, как мы так прошли? Ну, очень... Знаешь... Ощущения такие, как будто бы вот затишье перед бурей. Вот знаешь, не то, что затишье перед бурей. У меня вот, например, руки вспотели. Они сырые.
Давай, поехали. Я посмотрела все, мне теперь можно ехать. Вниз? Поехали вниз. Что за отель такой? Вот спасибо. И можно будет наверх ехать, да? Угу. Куда идти? Не знаю, говорят. Мне кажется, внизу еще хуже. Ой, ужас какой. Итан. Видишь, тебя куда-то это злупляет. Ну тут это, так поняла, это кабинет, тут ни хрена. Шкаф. Очень тихо, прям еще. Тихо. Тихо, у меня аж прям сердце застыло. Сейчас кто-нибудь выпрыгнет и такая. Знаешь, мне еще повезло, что у меня наушники не объемные. Ох, я бы в шоке была бы, если бы они еще объемные были. Ой-ой-ой-ой, как было бы стрёмно. Ой, что там? Ой, какая стремнота-то, а. Вот прям стрёмно. Вот эти вот коридоры адские. Не останусь. Включите, пожалуйста, свет. Стоп. Где мое оружие? Где мое оружие? О! Все украла. Все забрала. И что мне делать? Собирать заново. А, отделить ног. О, отлично. Заводной ключ. Сперла мое оружие. Ага, доставаем. Доставаем. Что-то лежит во рту, хорошо. А вон, она мою жену тут делает, да? Овца. Ой, уж какой. Расстрелян. Кукла? Мия? Кошмар. Что это тут за... Так, изучить. Давай сейчас посмотрим всю куклу. Кольцо. Снять. Не снимается. Мы сохранимся. Блин, интересный расклад. Оружия нет. А я, знаешь ли, без оружия себя чувствую вообще некомфортно. Нет, давай сначала мы осмотрим все. Да, отдели правое плечо. Отделяй. Хорошо. Серебряный ключ. Мою, это, мою личную жизнь. Вот это, наверное, вот, вот, да, вот давай сюда, вот так, отделим. Угу. Что это? Что это? Изучить.
Не, а что это значит? Подожди, я не поняла. Что это за три хреньки? Ладушки, давай ногу. Это же бинты. Изучить. Кольцо я снять не могу. Глаз. А этот глаз могу изучить? Рот не могу открыть, глаз. Вот. Орел. Ой, какой стрём. Ладно. В принципе. Виза. Ага. Интересно. Давай еще раз загранюсь, мало ли зачем. Мало ли зачем, не спрашивай, просто надо. И что? Как? Да могу ползать. Нет. В воду, значит, мыть что-то надо. Ну, мне. Водопровод в порядке, это хорошо. Заперто с другой стороны. У меня такое лицо, наверное. Брежённое лицо. Дверь закрылась. Не, не пойдем второй раз сохранить. Ой, бля. Давай найдем приключение на свой зад. Давай. У нас с тобой ни хрена нет. Вставить предмет. А F? Вот этот. Значит, мы плохо еще учили. Дриво. Ё-моё. Ладно. Головоломка. Сейчас будем знать. Угадывать, значит, будем. А тут ничего нельзя вытащить с ним. Я не понимаю. Он сразу убирает. Подожди. Ни хрена непонятно. Вот вообще ни разу. Тем более там еще нужно что-то. Заводной ключ. Ну давай попробуй кольцо снять. Давай. Вот. Плохо пытался. Кольцо покрыто кровью. Плохо пытался. Смывай. У меня всего-то обручальное кольцо. И что мне с ним делать? 05-29-11. Хорошо. 05-29-11. 05-29-11. Открывай.
Оружие мне верни. Ну все, тут для себя, я тут для себя все нашел. Так у меня ни хрена нет. Ага. Скоммуниздила у меня все. Кукла Барби. Я мне сюда идти? Давай подойду. Темно. Откуда она здесь? А что это такое? Кошмар. Ладушки. Подожди. Да, это серьезный расклад жизни. Так. Сейчас. Давай, может быть. Это как будто иголки какие-то или что-то такое. Че это, как это понимать? Ладушки. Сейчас, погоди. А, запустить! Я думала, надо... А потому что... Смотри, первая нота... Да-да-да, потому что неправильно. Смотри, значит, первую ноту она правильно сыграла? Смотри. Ой. Ладно, а давай мы еще... Да-да-да, я поняла. Я поняла. А можно мне выйти? Отменись. Сейчас, погоди. Зачем же нужны шкафы? Если они не нужны. Сейчас разберемся. Значит, надо подбор. Ладушки, подбор, так подбор. Окей. Ну-ка. Ага. Первая нота была хороша. Поменять, запустить АД. Да блин! Я нечаянно нажимаю Space. Вот нечаянно. Сейчас будем подбирать. Знаешь ли, я играла в этот, в Нэнси Дрю. Нэнси Дрю. Потому что вот это вот... Непонятно. Вот эти вот порезы... Может быть, так? Подожди. Так. О, смотри, она как будто бы начинается здесь. Ну-ка, так. Может так? Нет. Нет, работает с ней что-то не так. Давай еще посмотрим. Тут, допустим, все хорошо. Да блин! Ладушки, сейчас, я сейчас, сейчас, погоди. По царапинам. Ну-ка, если так. Нет. Нет. Ну, хотя тут царапины идеальны. Значит, мы сейчас с тобой поменяем вот так вот. Во. Во. Сейчас, сейчас бы зайдет. Во. Мега брейн. Пинцет. Хорошо, сейчас. Сейчас вытащим.
Только, пожалуйста, без лишних рук, женщина. А, туда нельзя, да? Я же правильно иду? Ах ты собака! Ты мне душу травишь. А, думаю, где... Ты мне душу травишь, собака такая. Интересный расклад. Пинцет. А тут пинцетом можно что-то сделать? Нет. Глаз вытащить можно пинцет. Ну что, тут я все изучила. Пинцет. А тут можно пинцетом? Просто нахрена мне пинцет? Брови выщипать? Надо что-то сделать. Изучить я не знаю, что изучить. А он кладет ее мгновенно. Она ему интересна. Тут тоже особо ни хрена. Пинцетом нельзя взять. Ну сколько мы изучили? Глаз ее вытащить нельзя. Хотя он дырка во лбу. Потому что ее типа стрель. Фотография Мии. Да как она сюда попала? Да вот это вот коза принесла. Тут я ничего сделать не могу. Тут надо вставить, тут повернуть. Еще надо догадаться как. Может, с глазом все-таки что-то сделать надо? Пинцет, ножик нужен. Так вытащи глаз. А, вот, рот. Все, я вспомнила, рот. Я говорю, видишь, все правильно. Открыть рот. Пинцетом достанем. Пленка. Спокойно, давай-ка мы не будем с ума сходить. Что там? Капец. А пленка, что мне с пленкой делать? Нужен фотоаппарат. Нужен фотоаппарат. Пленкой не откроешь. Да, поняла. Ой, как-то прям интересно, да. Только надо понять, куда нужны пленки. Ну-ка, запертая дверь, точка сохранения кукла. На пианино играть нельзя. Чего? Тут дверь закрыта. Тут я ничего не могу взять. Нужна какой-то... Ё-моё. Значит, правильно. Мне, понимаешь, мне страшно. Я даже не могу говорить.
напряжу. Напряжение. Может, ключ? Вот. Нет. Во. Пленка. Сейчас, погоди. Наша счастливая семья. Лучший друг Розы во всем мире. Ей очень нравится эта сказка. Самое важное для нас на этом свете. Лучший друг Розы в этом мире. Там это какая-то игрушка была. Ей очень нравится эта сказка про вот это Wheel of Shades. Самое важное для нас это на этом свете. Семья. Подарок на свадьбе от бабушки. Блин, у меня телефон. А, нет телефона рядом. Мы же будем вспоминать. Доказательство вечной любви Итана ко мне. Хорошо. Вот это так. Любимая сказка, вот. Доказательство любви Итана ко мне. Сейчас посмотрим. Лучший друг Розы. Ей очень нравится. Самое важное для нас на этом свете. Подарок на свадьбу от бабушки. Подарок на свадьбу от бабушки это... Вот эта хрень. И что там за кино такое страшное? Что это за звонок? Реально звонок. Хорошо. Стрёмно. Ладно. Спокойно. Давайте-ка мы тут не будем за мной подсматривать. Я сам за мной подсмотрю. Что за... Трэш какой-то, блин. Сейчас полезем. Ножницы. Но, знаешь ли, это слишком просто. Мы сейчас пойдем в гущу событий. А, серьезно? Алло. Алло. Не берут трубку. Ой, как страшно. Алло. Я тут у телефона. Зоя. Мия, о чем ты говоришь? Я так люблю вас обоих. Но мне пришлось. Охренеть. Ну тут дитё вставим. Хорошо. Где я? Отлично. Что мне нужно? Я уж думала, все не открыла. Что там падает? Что это? Спокойно. Не пугайте так, пожалуйста. Если мы тут пугливые. Режь. Ага. Ага. Медный медальон. Короче, розы какой-то нашли, какое-то... Что-то нашли. Что-то нашли, и все. Короче, орел. Орел с письменами. Сейчас мы... Орел с письменами. Орел с письменами. Кошмар.
У Розы что-то нашли, и все. Вот и все. Оставляйся. А, тут орел. А, смотри, тут орел и тут письмена сейчас. А тут? А, тут еще какой орел? Вот такой. А письмена? Сейчас. Подожди, я сбегу. Надо посмотреть. Орел туда летит вправо? Вправо. И треугольник с кругалями. Угу. Орел летит вправо. Кто там, блядь? Извиняюсь. Орел летит вправо. И тут можно. Тут можно. И как? А, хорошо. Орел летит вправо. Король, орел, орел, король, орел, орел, король, орел, орел, король. И мне туда лезть. Веревка для меня наш. Сейчас полезу. Суки. Суки. Вот суки и суки. Да я готов, полезли. Надо лезть. Пилюлей получим там внизу. Ключ от электрощитка. А, все, отлично. Полезли, обратно перелетели. У меня оружия нет. У меня оружия нет, не надо меня бежать, пожалуйста, я тут беззащитная вообще по полной. Подождите. А я разве тут вышла? Я даже... Ёб твою мать, что и как, и куда? Ёб твою мать! Это серьезный расклад. Кошмар! Я настолько напряглась, что даже забыла. Блять.
Что это за такая ебанина? Что это за ебанина такая? Подождите. Кошмар. Электрощиток, дверь матери. Налево и налево. Только там ебанина. Она нас съесть может, ебанина-то. А ебанина еще придет. Мои руки потные. Украинские наряды. Шкаф! Открывай. Отсюда выпрыгнет ебанина. Атласт! Меня тут нет. Нифига тут. То есть от ебанины можно здесь. Господи, я думала, она идет. Подожди. А можно я уже вылез? Понятно. Сюда можно тоже спрятаться? Outlast! Outlast, блин! Капец, Outlast! Капец, это Outlast! Я не знаю! Лучше под кровать, наверное? Лучше... И что мы с ней делать с предохранителем? А, чтобы валить нахер. Нахер отсюда. Ну там ебанина. Ой. Outlast прям знатный. У меня от Outlast, когда я играла в первый, у меня сердце колотилось так, что болела грудь. И вот сейчас то же самое. Значит, мы выбегаем. Кухню можно вот так вот пролезть. Короче, вот так, да? Угу, если бы. Ебанина придет? Ебанина, наверное, придет. Я сейчас открою дверь, и там будет ебанина. Как жить? Капец, ебать, хард. Чё, идёт, не? Надо идти. Капец, блин.
Капец, Outlast начался. Я не могу. Ебанина! Ебанина! Мама, нет! Ебанина! Возникает вопрос. Как же тогда мне ее бежать? Либо вот она сейчас сюда зашла. До свидания. Рили, надо было, короче, сейчас... Ну... Надо разобраться путями отхода, потому что это не дело. От ебанины еще остается след. Короче. Когда ебанина побежит за мной, мы пробегаем вот так вот. Ебанина заползает, мы бежим, что есть мочи, тёру, только куда? Главное не потеряться. Ну, если что, благо у нас можно нажать В. Кошмар. Вот это очень... Сердце так колотится. Я не знаю. Это последний рывок. Ебанина больше не будет. Или будет, или не будет. Ой. Напряжно. Напряжно это. Это не то. Не то слово. Вот не то. Напряжно это слабо сказано. Подожди, стоп. То есть я сейчас побегу. Прямо? У меня голова же, блин, она же закипела. Спокойно.
Мне кажется, мы проиграли с тобой. Все там... О-о-о. Дайте закоронялку. Смеешься? Смешно тебе, овца? Смешно ей, овце. А мне вот не смешно ни разу. Устраивал мне тут Outlast. Курица. Ой, как шмар. Стремно. Вот под стремно и стремно. Не уходи, я не пущу. Ты еще жив, да? Найди меня скорее. Тик-так, на кону твоя жизнь. Попробуй найти меня. Ищем. Надо срочно ее искать. Где она? Где она? Вон она, там нет. Ребят, я и так ищу. Я не поняла, куда она зайдет. Я не вижу ее. А, вот она. Блядские прятки, где она? Кошмар! Я не... Она не... Блин! Блин, а я не знаю, где она-то. Мы же не начнем с той ебанины. Блин. А как? Тут все... Я все бежала. Нет ее нигде. Ютуба нет.
Ютуба нет, она... Я вообще не представляю, где она. Короче, я сейчас умру. Она сейчас убьет. Она сейчас убьет. Вот, вот прямо сейчас готовься, она сейчас прилетят вот эти куклы. Я не знаю, где она. Жесть. Это что? Это съебанины? Фух, я ж испугалась, прикинь. Прикинь мне без ебанины. Надо смотреть, куда она летит. Блин, а как же ее найти-то, ё-моё? Она белая вот такая. Не уходи. Я не пущу. Ты еще жив, да? Найди меня скорее. А то мой друг тебя убьет. Тик-так. На кону твоя жизнь. Попробуй найти меня! Вот тут ищем. Ищем здесь. Она белая. Мы тут были. Как? Ну, если вдруг мы умрем несколько раз, ты же не обижайся. Походу, я слепая. А я слепая. Вот она. Нашла. Роза родилась. Без нее было бы лучше. Еще, ищем еще. Это как, знаешь, игра была Emily Wants to Play. Вот то же самое, ищем еще. Ищем, ищем, ищу, ищу. Сука, вот она, тварина. Куда? Ты с Розой так же? Нет. Ищем. Ой, как темно стало. Ищем. Нормально, найдем сейчас. В игры. Наверное. Найдем, 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 найдем. Найдем. Не паникуем вообще ни разу. Стопудово она сейчас в каком-нибудь шкафу сидит. Вот прям вот зуб даю. Вот она, сука. Умри третий раз. Отсюда не выбраться. Ого. Ты посмотри, там этот вирус. Тупой идиот. Как смеешь ты так обращаться с моими прекрасными куколками? Ебанина-то, конечно, вообще была знатная. Вот ебанина была знатная. Это что? Это все? Фига. А что это с ней? Это кто? Мия. Я все исправлю. Что?
Так. Надо выбраться отсюда. Надо. А что это такое? Это ключ. Четырехкрыло объединено с четырехкрылым ключом. Ага. Значит, вот кто за этим стоит. Ноги. Я уже две. Энджи. Интересный расклад событий. Ой, хорошо, хорошо. Давай сохранимся. Надо сохраниться, надо заканчивать. Ой, меня сердце кололось там вообще, колотилось вообще знатно, конечно же. Сохранялки нет? А, надо. А я правильно иду? А, мы же под землей, да? Сейчас пойдем наверх. Или неправильно я иду? Разберемся. Садовник Бенивань. Да мы можем вернуться в любой момент туда. Прикольно. Только куда я еду? Правильно ли я еду? Знатный, конечно же, харш. Вообще, прям вот харш, харш. Я даже проустала немножко. Но у меня сердце... Знаешь, было бы круче, если бы эта ебанина, она вот... стояла бы вот в одной локации. Тебе надо было бы реально забежать вот так вот, как я сказала. Она бы приходила, и ты бы там удерывал. Что есть мочи. Вот это был бы вообще высший пилотаж. Выше пилотажа я бы представить бы себе даже не могла. Отдай, пожалуйста. А, куклу положу, сейчас. А, можно? Нет? Беневьенто, у меня же просто кукла есть. Эмбриона? Нет? С ногами? Значит, мы что-то не взяли. Семейное фото? Ладно, иди нахрен. Мы сейчас сохранимся и потом уже будем решать. Там пробежимся. Ну, короче, да. Да. Вот это да. Знаешь, если есть да, то вот это да. О, хорошо. О, оружие. Мои оружие, пистолеты вернули. Какое счастье. Мы туда вернемся. Да, мы сейчас... Ой, 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 ой. Где? Спокойно. О, мертвяки, мертвяки, мертвяки. До свидания. До свидания. I have a good... Have a good time. Have a good time. Угу. А где я? Мне будет идти. Мне сохраниться надо. Подвесной мост. Окей, не туда забежала. Сейчас, короче. Еще мертвяки меня сбили, придуршные. Фото странной птицы. Хорошо. Это, наверное, садовник Беневиенто. Так, сейчас. Колесо откало. Сейчас. Не боюсь этих. Ребят. Ну, такая ебанина лазила за мной. Думаешь, меня это пугает? Ничуть. Блин. Что-то мне ничего не подходит. А, это какая-то хрень. Снаряды? Во. Все, сохранялку мы нашли. Давай сохранимся сейчас. Ну-ка, проверим сохранение. Да. Вот такая вот игра была сегодня, просто харш, трэш, ББш, такой просто Outlast произошел, это очень здорово, это очень круто, так что даже не знаю, что ожидать дальше от этой игры, она меня просто в шоке поразила, только что до глубины души, если будет все вот такое вот разнообразное, то это вообще просто игра, моя любимая игра жизни просто, знаешь, я...
всякие Sims из Skyrim отодвину и поставлю ее на их место. Так что, если понравилась эта игра, ставь лайк, подписывайся на канал, Instagram, ВКонтакте, приобрели мое личное творчество, пиши в комментариях, что ты думаешь об этой серии, и до новых встреч, пока-пока!